На сцене кот, лиса и другие герои. Настоящую сказку детям подарили артисты из молодежного театра «Мост». В торговом центре на улице Говорова прошел благотворительный спектакль «Кот в сапогах». Мы пригласили в гости наших деток, деток из семей с трудной жизненной ситуацией. Мы сегодня пригласили сюда, у нас приехали гости с территориального управления Кубинка, с 14-й гимназии, с детского дома «Княжичи». В постановке были заняты всего три актера, которые на глазах зрителей перевоплощались в разных героев этой сказки. Юные зрители принимали участие, отвечали на вопросы и выполняли задания артистов. Раскачиваются листочки на деревьях, шелестя. Нам бы хотелось подарить то малое, что мы можем дать детям, которые попали в трудную ситуацию. Это наше внимание, тепло, забота, чтобы они понимали, что они не одни, и мы их готовы всегда поддержать, встретить в нашей радушной семье в торговом центре. Театрализованное представление по мотивам сказки Шарля Перро подарило отличное настроение не только маленьким зрителям, но и взрослым. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».